Привет, друзья! Итак, у нас новая подопечная. Это вот такая черная красотка. Привез я ее к себе домой. Будет она у меня жить дома до пристроя. И я вот хочу познакомить ее с нашими овчарками. У меня отец уехал на 2 месяца и оставил их на мое попечение. Итого у меня сейчас 6 собак. В моем хозяйстве, да, за ними надо с ними ухаживать, следить, кормить. И 4 овчарки, конечно, это непросто. Вот, давайте познакомим нашу девчонку с Лоркой, Ангелом, Дорой и Марком. Это у нас Лора. Лора, смотри. У нас, смотри, дома какой интересный песик, новенький. Ну-ка, иди им дай, дай им прикурить. Где титька, говорит? Где титька? Кто тут мамка моя? Ну-ка, титьку давай. О, говорит, это моя мамка. Говорит, дядя Ангел, будешь моей мамой? О, все от нее бегут. Они видят, что это дикий пес какой-то. Ну, ангелочек. Ну, давай, понюхай. Говорит, привет, да, малыш? Привет, малыш. О, я все, отвернулся. Говорит, мне рано еще быть папкой, да? Я холостяк. Скажу, еще нахлебника привел, да, Лора? Не надо нам тут этого нахлебника еще одного. Смотри, какой малыш. Ай, малыш, смотри. Ай, малыш. Лора, Лора. А, это Марк вообще боится. Убежал. У нас на улице плюс 33 градуса. С меня течет жара. Весь потел тоже. А собакам, представляете, с такими шубами каково? Они выкопали себе яму. Вот. И по очереди в нее ложатся. О, о. О, все, выместил, смотри, все. Говорит, это моя яма. Песка наелась, смотри. Ой, песка, говорит, лопалась. Вау, фу, да. Фу, фу, смотри. Нырнула это, спотыкнулась и песка зафигачила себе в рот и в нос. Ай, фу, фу, фу. Так, ну все, пойдем намываться и кушать. Отмоем, накормим. И во второй части видео мы поедем к ее братикам и сестренкам. Потому что очень много людей в комментариях под предыдущим видео спрашивали: Саша, а как же ее братики и сестренки? Неужели ты их бросишь или другие волонтеры, никто ими не займется? Ну, друзья, если я беру одного щенка, то я знаю, что остальными малышами займутся волонтеры, которые попросили меня о помощи снять видео. Иногда и хейт тоже хорошо. Ну, такой конструктивный, если хейт. Так, друзья, человеческий шампунь я использую, короче говоря. Нет у меня собачьего шампуня. Давайте я принимаю там негативные комментарии. Сейчас налью мисочку, сделаю мыльный раствор. Такой немного мыльный раствор сделаю и начнем мыться. Смотри, где? Где? Эй, малявочка, ты где? Ой, я говорю, тут спряталась, смотри, спряталась. Она понимает, что сейчас что-то будет не очень хорошее. Включаем и начинаем ее мылить. Спасите меня, говорит, подписчики. Друзья, девочка идеальная. Вот смотрите, стоит и ждет. Когда, говорит, Саня, ты меня домоешь, я должна быть красивой. Смотрите, не сопротивляется, не скулит, вот только бухтит что-то. Наверное, говорит, ой, говорит, вот тут, говорит, мне, да, вот тут почеши, вот тут помой, говорит, попку мне помой, говорит, вот, вот, вот. Все, так вот, я, говорит, должна быть красивой девчонкой, чтобы меня мама и папы забрали. Почему, друзья, еще подписчики, смотрите на нее и не забираете? Ей уже пора к мамам и папам. Ладно, давай будем смывать все, наигрались. Я тебя держу, не бойся, не бойся. Все. Ты издеваетесь, говорит, Саня, говорит, утопить меня хочет. Говорит, Саня, говорит, Герасим меня хочет утопить. Вот такая. Классный вообще щенок, конечно. Не нарадуюсь я. Чудная девочка, активная такая. Ей месяц с копейкой, месяц и 5 дней где-то, но уже лаять умеет.
между прочим. Сушить феном, наверное, не будем. Я просто ее хорошенько протру, потому что дома жара. В переносочке, где у нас большая клетка, она в большой клетке, вот, там тоже жара. Сама собой обсохнет. Такой у нас малыш образовался. Так, ну что, пойдемте кушать теперь. Так, кормлю я ее молоком для маленьких малышей. То есть с рождения можно кормить и до старости, в общем. Вот, сейчас мы 5 ложечек положим. И тепленькой водичкой. Тепленькой водичкой налили. Сейчас замешаем. Вот, смотри уже, смотри, унюхала. Вот нюх у собак, да? Какать хочет сейчас, какать сядет. У меня профессиональный нюх, чутило. На какашке. Тут давай где-нибудь какай, на плитку какай. Нет? Не будешь какать? Такая спокойно сидит, кушает, ждет. Жизнь, говорит, или молоко? Да? Жизнь или молоко? Ну что, говорит, давайте кушать, да? Главное, чтобы она в миску ногами не залазила, иначе миска опрокинется, и все, и до свидания. Вот сюда я поставлю. Вот, давай, смотри сейчас. Сейчас, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я ее придержу, чтобы она лапами в миску не залезла. Давай сейчас я прерву, смотри, я покажу ее мордаху. Okay? Вот опять мыться надо, видите? Опять мыться надо. Ой, смотрите, какое пузо. Ой, пузо какое. Ее уже расслабила, она готовится ко сну. У них какие дела? Покушал, поспал. Организм растет, в день, наверное, набирает по грамм 70. До 100 грамм в день набирает, от 50 до 100. Вот, все усваивается хорошо. А, кстати, мы кличку-то ей такими и не придумали. Давайте все вместе в комментариях придумаем ей имя. Сейчас мы ее уложим спать, а сами поедем и навестим ее братиков и сестренок. Опаздываем. Все, подъезжаем. Так, друзья, приехали мы на место передержки. Вы как руководитель, да, предприятия? Просили в кадры не появляться, но будем спрашивать вопросы, я буду вам озвучивать ответы ваши, да? Вы взяли у волонтеров щенков на передержку, да? Оборудовали здесь будку. Да. Да, вот, пойдемте смотреть. Ну-ка. Территория предприятия организовала для малышей вольерчик. Добротный причем, смотрите. О, у каждого по комнате. Многие в комментариях писали, а куда же делись малыши, куда же делись малыши. А малыши вот они. На стройке бы они погибли, а вот Раиса Александровна, можно сказать, спасла их. Друзья, многие спрашивали, как же сестренки и братики нашей черной красотки-то, которую я забрал. Ну вот они, вот в таких вот условиях. Фаина Александровна, смотрите, создала просто идеальный вольер для их содержания. Там и мамка он спит, отдыхает после кормления. У нее раньше были набухшие сиськи, когда мы снимали в прошлом видео. А сейчас все, они кушают стабильно. Но уже зубки появились, и титьку начинает кусать. Она вот ей не нравится, естественно. Вот, малыши, покушав, вот, отдыхают в тенечке. Все спят, довольные, сытые. Давайте я их вам всех отдельно покажу. Вот, как зебра, смотрите, какая. В шахматном порядке у нее такие эти полосочки. Вот такая. Это такой. Вот этот самый такой яркий парень. Че, говорит, поди не мешок, да, че у меня хватаешь так? Да, хочу спать. Ой, какие зубы уже выросли. Русская красавица. Березочки. Давай березку обними вот так вот. Вот. Это у нас девочка. Главная задача их пристроить. Нельзя пользоваться добротой Фаины Александровны. Она взяла на себя такую огромную ответственность. И, конечно, та мысль, что они могут ей остаться, меня-то волнует. А как вас они тревожат, я представляю. Поэтому давайте, друзья, потихонечку все забирайте. А мы со своей стороны привезем любой город или даже за границу можем отправить. Так что пишите контакты в описании. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал.